Привет, и тебе не еле друг. Привет, я Даша, и сегодня я в маске, потому что, как я грозилась, в честь Нового года, который стал совсем-совсем немного. Это прочитанное за ноябрь 16 года, пока еще 16 года. И я прошу прощения, что опаздываю на один день с этим видео. Дело в том, что я вчера все честно записала, но первая часть видео просто пропала, приходится перезаписывать. Итак, первая книга в этом месяце стала Нил Гейман «Американские боги». Эту книгу я показывала в своих похвастушках от Лабиринта. По-моему, 10-я часть или 11-я была. Все пронумеровано. Совершенно изумительная вещь, читала уже третий раз. И каждый раз остаюсь в изумлении, до какой степени автор до малейших тонкостей знает мифологию мира и умеет это знание подать так, что читатель просто не может оторваться от сюжета. Дело вот что. Нельзя Америку называют Вавилоном нашего времени, потому что оттуда туда стекаются просто все. Ну вот просто все охотники за лучшей жизнью. И, соответственно, они уезжают не одни, они уносят в своих сердцах своих богов. А что будет, если совместить богов разных культур, разных народов мира, разных цивилизаций в одной стране? Они, возможно, не поладят с нынешними богами, которые в этой стране царят. И вот, собственно, мы видим столкновение таких вот, Очень интересно чтиво, то, что я сейчас сказала, можно сказать, вообще ничего не сказала, но поверьте мне на слово, книга изумительна. Вот эти раз читала, и каждый раз интересно, каждый раз открывает в себя что-то новое, а каждый раз пребываю в восхищении. Далее, в рамках подготовки к конкурсу, который буду проводить в Аргемоне в предстоящем 16-м триместре, я прочитала книгу, опять забыла его имя, Дмитрий Йенец, по-моему, кажется, серия Таня Гротер. Признаться, если бы не Аргемоны, я бы не набралась до этих книг, потому что у меня уже был негативный опыт знакомства с пародией на Гарри Поттера, и я боялась повтора подобного. Я ошиблась. Таня Гротер такая вот прям даже не русская, а славянская пародия на Гарри Поттера. Там, допустим, если в Хогвартсе пишут на пергаменте, то в Тибидоксе, в школе магии в Таниной, пишут на белесте. Все как положено. Вот. И вы знаете, чем лучше знаете вы Гарри Поттера, тем больше будете хохотать на Тане. Потому что то, как переделали, сделали пародию, это просто изумительно, очень талантливо, очень смешно. Однако, дело в том, что вот пародия длилась, это первую половину первой книги, самой первой части, их там 12, кажется, не 13, могу ошибаться. Называется, по-моему, Таня Гротер «Волшебный контрабас», который рассказывает предысторию Тани, как, значит, как ей жилось у Дурневых, аналогов Дурслей, и все такое. Но во время второй, вот когда я прям как села читать, это было так увлекательно и забавно, что я прям не вставая вот с этого самого дивана, на котором сижу сейчас, прочитала первую половину книги и не могла оторваться. Но потом как-то Таня стала все дальше и дальше удаляться от своего прототипа, как-то зажила собственной жизнью. Я не знала сначала, как к этому относиться, но потом приобвыкла, и мне нравилось. Да. Так, вторая часть Тани Гротер и что-то там, исчезающий этаж. Тут вступает в силу Драгонбол. Драгонбол в Аргемоне есть, поэтому этот вид спорта меня не удивил. Лично, кстати, тоже есть. Рекламная пауза. Все правила я знаю. И вот друг Тани, Югун, он ничуть не хуже комментатора, который был в Хогвартсе. Вот вообще ни капли не хуже. Я с гигантским увлечением читала его описание матча. Это просто что-то потрясающее.
Далее третья часть — Таня Гротер, «Золотая пиявка». Ключей продолжается, и все дальше, дальше Таня становится все независимее, независимее, дальше, дальше от своего прототипа. И, в общем, приключения удивительные. Кстати, вот начиная с «Исчезающего этажа», начинаются какие-то романтические такие проблески, но эта линия романтическая, она не получает развития сюжета. И вот я сейчас читаю четвертую часть, «Маленький спойлер» на следующий месяц, и там эти всполохи, намекающие на романтику, продолжаются. Так, после Тани Гротер настал черед Йозефа Тумана, значит, Тумана, «Калигула» или «После нас ходит потоп». Почему начала читать эту книгу? Если вы видели видео за предыдущий месяц, октябрь, ноябрь, октябрь, я читала тогда, перечитывала его книгу «Сократ». Я как прочитала, я побежала тут же к компьютеру, смотреть, что есть в сети еще у этого автора, и нашла только эту книгу. Ой! Мнение какое-то у меня сложилось неоднозначно. Видите ли, дело в том, что, ну, по названию видно, что посвящено той эпохе, когда правил Калигула, Древнему Риму. И, ну, дело вот в чем. Сюжет начинается с двух таких противоположностей. Это ныне актер и в своем прошлом раб, низшее сословие буквально. Значит, и свободный гражданин римский, аристократ. И эти двое, они выступают путеводителями по сюжету, можно сказать. Каждый из них рассказывает что-то свое о Древнем Риме. Один, значит, об одной стороне, другой, соответственно, другой. И я очень долго не могла понять, а что происходит? Где Калигула? Я сначала думала, может, как бы все-таки Таня Гротер такое легкое чтиво достаточно, да, и думаю, может, я как-то отупела и чего-то, может, не понимаю, но как выяснилось, я маме тоже скачаю. У мамы точно такие же возникли чувства при прочтении. Она даже ее не дочитала. Поэтому я сейчас одна рассказываю об этой книге. И я почти половину книги не могла смекнуть, а что происходит? Почему здесь вот это, а почему здесь вот то? И вообще, и интересно это. Вот, ну, мое терпение было вознаграждено. Все-таки я потом поняла, зачем это было, к чему это была прелюдия, к чему все велось. Мне стало безумно интересно читать. Я уже не говорю о неоспоримом даре автора приносить просто читателя в нужную ему эпоху, показывать все минусы, недостатки, достоинства, плюсы. И вот прям вот это вот очень атмосферно выходит у него. Значит, и появился наконец Калигула. В первой книге просто как-то больше Тибери. Да и вообще правителю мало уделялось времени, все больше наоборот. И стало очень интересно. Но концовка, опять же, меня ввела в такое неоднозначное отношение. Дело в том, что когда я начинала читать, я ждала, что нам расскажут, с чем окончили жизненные пути, ну, таких вот путеводителей, да, о которых я говорила ранее, или чем закончит Калигула, хотя я знаю, чем он закончил. Но нет, я этого ничего подобного не увидела. Мне действительно, да, показали, как закончился жизненный путь. Один из путеводителей по сюжету. И все. И вот как-то книга внезапно закончилась, как будто я прочитала только первую ее часть, хотя там 1100 страниц, одна часть как-то это. Я даже вот, знаете, ну бывает же, да, что читаешь
в электронном варианте. И книга, оказывается, скинута не полностью. Я даже думаю, ну не может быть, чтобы так все закончилось. Я полезла в интернет искать в сети. Нет, везде заканчивается одинаково абсолютно. То есть книга правда так заканчивается. То есть, ну, от концовки чего-то все-таки большего ожидала. Хотя, конечно, повторюсь, книга хорошая. Собственно, это были все книги, которые я прочитала за предыдущий месяц ноябрь. Вот, приятного чтения. И до скорых книг. Пока!